Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Феномен, и сегодня мы тестим колоду Шамана, Шамануса на перегрузке. Ох, можно сказать, что класс Шамана терпит вообще неудачу, он вообще, я не знаю, наверное, самый не то что неиграбельный, а редко им играют. Самый нелюбимый, наверное, класс, потому что... Ну, не подходит для него нынешняя мета. Но все же мы попробуем поиграть хотя бы хоть чем-то, что сейчас актуально на эту, для шамана. Это, конечно же, мидрендж. Есть еще механа, шаман. Ну, там тоже спорный вопрос, как он сейчас играет. Мне больше по душе мидрендж, поэтому сейчас посмотрим, как он играет и что тут вообще есть. По большому счету, ну, стандартный вообще вот эта колода, это... Я не знаю, испокон веков, вот эти вольные элементали, их забав через дикого волка. Просто сейчас еще добавились огнестражи. Что еще добавилось? Да больше ничего не добавилось. Ну, Нептулон, как бы можно сказать, что добавился, но он тоже как появился, так он сразу начал тут играть. По сути, это у тебя в колоде 4 лишние карты. То есть, по большому счету, у тебя просто больше карт. Вот и все. Вот вся фишка Нептулона. Да, он дает перегрузку, и в принципе на 10-й мане это можно сыграть. Поставить вольного элементаля, сыграть Нептулона, и вроде бы неплохой стол. Но эта колода может до 10-го хода просто не дожить. Я серьезно. Чем, наверное, и плох сейчас шаман очень вообще... Очень не очень. Вот я часто так говорю, и вот к этой колоде это подходит. Да, точнее, не к колоде, наверное, а к самому классу шамана. Не знаю, сложно им играть, очень сложно. Ну ладно, посмотрим, как работает новый вот, вот этот лавовый шок, который вроде бы снимает перегрузку, из-за чего не любят этот класс, что, мол, вот эта система перегрузки, это какая-то глупость и так далее. Мне всегда нравился шаман, я много им играл. И там создал какие-то свои колоды. Ну и в принципе, я не знаю. Мне нравится, что тут нету земного шока, но вместо него тут взят меченосец. Обычно его убирают, ставят вот так. Как бы да, он полезный. Много хендлоков. Это контрспелл, который за одну ману убивает Twilight Dragons. Ну это не лазурного, а сумеречного дракона. Мне нравится меченосец. Почему? Потому что если мы играем против какого-то друида, у него нету гнева, можно сразу 6 урона внести, потом это еще тотем языка пламени ставится, это еще 10 урона. Ну, кто смотрел гайдик на шамана, ну там был механа шаман, тот видел, как я друида унизил. Там за 4 хода или за сколько просто все 30 урона снес благодаря двум меченосцам и просто тотему языка пламени. Ну ладно, посмотрим еще, что тут бафается от... От чего бафается вольный элементаль? Ну тут, в принципе, да, тут много... Все застроено на нем. По сути, мы имеем очень хороший и сильный ход. Это третий и четвертый. Ставится вольный элементаль, за ним ставится сразу огненный разрушитель. Огнестраж. Разрушитель. Ладно, будем просто разрушителем называть. В общем, ставится разрушитель. Это четвертый дроп, который имеет статы 3-6. По сути, лем у мага. Но есть шанс, что он будет там 7-6, 5-6. Ну, то есть у него такой боевой клич. Он получает от 1 до 4 атаки. Плюс дает одну перегрузку. Тем самым мы получаем как минимум карту, ну, допустим, 3-5. Вот вольный элементаль, если его там никто не трогал, он 3-5 получает забав. И тут такое же существо, то есть оно может быть 4-6, ну в самом плохом случае. Ну как бы такое. 3-5 и 4-6 получается на столе на четвертый ход. Это по сути очень-очень-очень-очень сильно, но не всегда это, конечно, получается. Плюс потом следующий ход у нас получается 5-й, у нас только одна перегрузка, и мы можем снова ставить огнестража. Но... Только тогда, если нам это все зайдет. Дальше что тут еще интересного? Молот Рока. Да, потенциальных 16 урона. Под камнедробителем там вообще уйма урона. Ну, я бы поспорил с этой картой. Тоже такое непонятно. Дальше, древний исцелятор. Не, крутая карта, но... Но вот мне ее как-то не очень. Ладно.
Древние исцеляторы у шаманов всегда были проблемы с отхилом, всегда их пушили на урон, потому что знали, что у них нету отхила. Раньше, кроме форсира, ничего не было. Сейчас есть древние исцеляторы. Это вообще nice, это окей. Лазурный дракон, добор плюс spell damage к грозе, к разряду, да тут ко всему подряд. Два элементаля огня, очень сильная карта, за 6 маны, дроп 6-5 и наносит 3 единицы урон, когда выходит на стол. Ну, что сказать, хороший такой драпецкий. Доктор Бум и Нептулон. Нептулон опять дает перегрузку, я уже говорил, плюс дает лишние 4 карты. Да, это мурлоки, но иногда эти мурлоки могут втащить, серьезно. Они там два мурлока с рывком, потом два, которые дают, допустим, баф. Все это стоит 10 маны сыграть. Ну, то есть можно очень много урона внести, допустим, он дает вот этого... двух воинов синежабрых и дает двух мурлоков, которые дают баф. Где они? Вот этих мурлоков полководцев. То есть это 3, 3, 3, 6 и за 10 маны. Получается таких 2 рывка, 4-4. То есть, ну, 8 урона где-то можно внести. Да, 8 получается. Ну, то есть такое. Иногда он может спасти ситуацию, но иногда, конечно, может надавать полный бред, который вместе никак не работает, надает просто этих мурлоков 2-1, которых Амаз называет Билли. Ну, вот этих вот. Мурлок-налетчик. И как бы, ну, что их делать? Ну, выставишь ты 2-1, ничего такого. Ладно, что еще из банального? Духи Дикого Волка, ну, тоже неплохо. Играем волну элементаля, играем потом Диких Волков, там что-то контролим. Вот Лавовый Шок, не знаю, я не играл еще таким шаманом с перегрузкой, и не могу сказать, продуктивный ли этот Лавовый Шок или нет. Совсем не знаю, не могу ничего сказать. Окей, два камнедробителя, разряд. Но в принципе понятно, ядро самой колоды завязано на элементалях. Ну и то, весь забав на них, как бы... Это мидрейндж колода, она сильна сама по себе, но не знаю. У меня есть сомнения. Я сколько не играл шаманом до этого, у них всегда были проблемы. Ладно, поехали в рейтинг и посмотрим. У меня даже там игр в рейтинге очень мало, потому что шаман быстро потерял свою актуальность. Хотя раньше, нет, наверное, когда Наксрамос вышел, когда появились эти шаманы на Дезретлах, одно время просто все ими играли. Там была эта дикая комбинация с Лероем, когда спамился весь стол Лероями. И всякие такие фишки через барона этого Ривендера, нет, как он, ну, наверное. Хотя смотрите, против нас тоже шаман попадается. А, щитоносец Сенджин тоже необычный такой выбор. Его можно заменить и на Мистика Кизана. Некоторые его берут, я взял щитоноса Сенджина. А, или ящик Аргуса берут. Ладно, ставим дух Дикого Волка, разряд, наверное, нет. И понадеемся на какие-нибудь вторые дропы. Ну, это, конечно, второй дроп, но это очень сомнительный второй дроп. Скажем так, на пустой стол его сыграешь, ничего он тебе не даст. Флеймтон, конечно, крутая тема, но по большому счету useless. Так, шаман не играл монетку, возможно, сейчас будет какой-то третий дроп, типа уборщика. А нет, просто одержимый ползун, видимо, тоже такая же колода, как у нас, но, скорее всего, там колода идет через Сильвану, вот этот Реберн, который, ну, тоже немножко задействованы хрипы, скажем так. Тоже, наверное, мидрейндж считается. Там Алакир есть, еще что-то. Ну, такое. Чисто не через забав, а через сильных существ идет. А, нет. Может быть и механо-шаман. Интересно, зачем он бился в эту карту? Ну, непонятно, ладно. Камнедробитель мне ничего не дает. Эх, дух предков. Он дает две перегрузки. Ты
Ладно. 9-6 карта. Страшно, страшно. Плюс у нее 6 хп. Не, ну понятно, 2 урона еще флеймтонг дает, но в итоге мы максимум выбили. 7-6 получается карта. Сейчас он просто ставит механизм, если он у него есть. Какой-нибудь крошер. Разбивает оружие и получает тоже дикий забаф этого механизма. Ну, +2, +2, это кажется не так уж и много, но это скачок через кристалл минимум. Кто-то там подглядывает за нами. Геймер 13. Оу, грязь. Ну, получит 9 урона в лицо. Ну а с другой стороны, чем бояться? У нас никакого бёрст урона нету, поэтому правильно делает. Ну он как бы есть, вот разряд там. Камнедробитель. Карты не будем ему давать. Это еще одна проблема шаманов, у них всегда были проблемы с добором. И в этой колоде как бы тоже, там только тотем на добор и 2 лазурных. По-моему, больше ничего не дает карты. Ну и Нептулон. Он по сути немножко компенсирует якобы добор, просто 4 лишних карты. Иногда вместо него берут Келтузада. Да вместо него, в принципе, можно кого угодно взять. Можно взять Хромагуса, тоже такой вариант. Типа будет давать лишнюю копию. Так, он открыл пауков. У нас 4 маны. Бьем этот тотем на хил, потому что он задерет. Настаемся с провокацией 2-1. Ну, такое, знаете, такое. Сейчас он разменяется, не знаю, если ему чем законтролить нашу 4-6, да, и в этот раз выпало 4-6. Не лучший вариант. Ну, что я хотел? Тогда выпало 7-6. Что же делать? Сколько можно? Сейчас будет 7-я мана, мы хотя бы сможем сыграть лема, у нас будет 1 перегрузка. Эти лавовые шоки не заходят. Я даже не знаю, может быть их вообще не нужно брать. Как бы раньше играли без них, и все нормально было. Не совсем понятная ихняя задумка. Да, лишний контрспел как только. Но по большому счету в такую колоду я бы взял еще по один разряд. Допустим, даже молнию можно было бы взять. Типа, по-моему, было бы даже попрофитнее. Ну, тоже хрен его знает. Да, сейчас лема играть тоже такое. Паук просто доменяется. Ну ладно, какие варианты. Не самый лучший выбор. Ну а какие? Давать было разряд. Тоже как бы такое. Я и не... А, нет, мог дать. Как раз 7 маны было. Ну там шанс, что он попадет на 5. Такое. Не знаю, долго это все, нудно. Еще попался шаман какой-то такой. Долгодумающий. Но у нас сейчас, если он играет Хекс, у нас выходит Нептулон. Это древний исцелятор. Окей. Его мы сможем законтролить через камнедробителя, что, в принципе, я и буду делать. Но сначала посмотрим, что там за мурлачье придет. Там уже решим. Кстати, неплохая комба. Тут, конечно, так. Тут пофиг на этот тотем, будем идти в лицо. Конечно, неправильно вообще. Вот, играя против шамана, никогда не оставляйте ему ни одной карты на столе. Потому что могут быть флеймтонги, потом еще какие-то забафы. Куча всего может прийти, и поэтому он быстро может перевернуть. Если же контролить все карты, шаман по большому счету ничего не может сделать. Изобье у него только гроза, и как бы все.
Да, есть точечные сильные заклинания. Ну вот с глаз мы все-таки вытянули, не знаю, есть ли там второй. Но, по-моему, это был топ-дек, если я не ошибаюсь. Так, нам тоже древний исцелятор приходит. Но. Но. И я как бы ничего такого сделать не могу. Могу кучу мурлоков наставить, но там опять может быть гроза. Что же делать? Вот в чем дело. Можно сыграть хекс, можно сыграть разряд, но разряд может не попасть. Хекс тратить тоже как-то жалко. Ну ладно. Сделаем пока так. Может быть отхил придет. Нет, это таунт. Пипец, я могу сейчас потерять весь стол, если там есть вторая гроза. Иногда берут только одну, но у меня такое... Нет, разменивается, слава богу. Лем. Хорошо, что Хекс не отдавал, сейчас он мне вообще зайдет как никогда, кстати. Но с другой стороны, у меня есть Мурлок, который дает всем плюс 1 к атаке. То есть эти чувачки уже будут 4-2. Плюс я могу сейчас дать грозу, если вытяну спелл пауэр. Спелл пауэр есть, один. Есть шанс, что он попадет... А, нет, там 3... На, 4-5 получается. Ну ладно. Дракона ставим, пока мисс доберем. Ну, другого тут нечего играть, ладно. Понадеемся. Гадэм. Сорян, бро. В общем, мурлоки 3-2. Грызевики. Управляются в лицо, ну а мы же сидим ждем. Ну вообще у нас дела хороши. То есть пока без никаких проблем. Если он грозу в тот ход не играл, значит ее нету. Ну, возможно, он ее сейчас топ-декнул. Я думаю, он бы с рейджа уже просто сыграл бы мне ее в ответку. Поэтому, скорее всего, ее нету. Или он уже просто вышел, я не знаю. Потому что не нет... А, ну вот, начал двигаться. Палится силы. Окей. У нас на всякий есть хекс, если даже сейчас что-то... А, он играет сам хекс. Хорошо. Так, в итоге у нас есть... Только не таунт, хорошо. 4-4-8 это ГГ. Да, это вообще ГГ. Бам-бам-бам. Еще главное на 4 попало. И на 5, на 4. В общем, первую мы победили. Я не сказал бы, что это было как-то сложно. Это такая нормальная игра. Но это шаман на шамана, видите? Сейчас, если мне попадется какой-то фейсхант, он меня развалит. Но фейсханты всегда разваливали шаманов. Это, наверное, одна из причин, почему они, ну, множество ими перестали играть. Потому что, когда он был на предсмертных рипах, он был актуальным, популярным, все им играли, ну, большинство. Потом где-то в то же время придумали фейсханта, может быть, даже раньше. И он просто уничтожал эту колоду. Ну, потому что она медленная, пока придут эти комбинации, пока соберешь, есть шанс, что ты вообще их никогда не соберешь. Так, лавовый шок, может быть даже оставить. Давайте оставим, посмотрим, как он. Ну, в принципе, у нас хорошая стартовая рука против мага. Сейчас можно с монетки сыграть содержимого ползуна. Крутящегося меченосца опасно играть, потому что... Ледяная стрела и габелла ему. Ну, с другой стороны, если бы ее не было, я бы уже вносил бы по 6 урона. Угу. Так, пахнет фризмагом. Подпахивает. Подпахивает фризом. Ну ладно, рискуем, ну хрен с ним. Но отдаст стрелу, ничего больше не поставит. Я смогу элементаля сыграть. Ученица и стрела.
А, зеркальные копии. Ну, тоже неплохой вариант, только у меня есть лава, которую я бы сейчас вообще с радостью сыграл, почему бы нет. Хрен с ним, с этой перегрузкой. Играли без нее, и сейчас можно поиграть. Поконтрено. Давай еще что-нибудь. Есть хекс, есть лем. Вообще рука более чем. Еще бы тотем на добор было бы вообще идеально. Так, давай без грязи. Давай без грязи. Так, что-то большое раз не ставит. Это жалко. Еще зеркальные копии. Ну, темпо, бро. Камнедробитель. Воу, можно будет... Если... Если он не законтролит мою 3-2, я смогу внести 12 урона. Это очень заманчиво. Секретус. Но секретус мы, ладно, проверим сейчас. И стреляет нашу 3-1. Нужно хил тотем искать. А проверить секрет... Я, увы, не могу. Могу проверить на контрспелл. Чисто. Ну, скорее всего... Нет, это даже не контрспелл. Нужно хил искать. Пожалуйста, хил. Ах, не хил, ладно. Наверное, копировка. В принципе, сейчас на 6-й ход. Ну, он уже может поконтрить мой стол. Видимо, ему ужасно, как рука не зашла, раз он... Мексну вытянул. Но у нас есть хекс. Ничего такого. Лемом проверять я не хочу. С инжином тоже не хочу. Эх, что же делать? Что же делать? Да, лема отдавать это, конечно, вообще гбело. Ладно, понадеемся, что мы его допинаем. То есть я смогу еще с лема 3 урона нанести. Может быть, нам придет какой-нибудь разряд, поэтому, ну, посидим, подождем. Может быть, сейчас будет флеймстрайк, но 2 урона у нас остается. Поэтому... Вот, кстати, можно одержимыми ползунами открыть. Да, отлично. Закроемся с инжином. И нам осталось внести 8 урона. Нужен разряд, чтобы внести бёрст урон и не париться. Он может отдать сейчас какой-нибудь фаербол, может отдать ледяную стрелу, чтобы просто задержать нашего Сенджина. Если он ему ничего не делает, то это 4. Одного он, паучка, скорее всего, застрелит, и мы победим. 4-5 плюс выстрел 3. Ну да. Ну, хотя сейчас какие-нибудь стрелы пойдут и поубивают моих пауков. Но шанс остается, поэтому сидим ждем. Ну да, дает огненный шар. Кстати, почему он 3... А, ну да, потому что 3-2 стоит. И паучка добирает. Угу. Огненный разрушитель, конечно, классно. Дело в другом. 3-2 как бы не опасен, у него только 2 карты на руках, и... Поэтому такое. Можно рискнуть. Да, давайте рискнем. Черт с ним. Просто так понадеемся, что ему не зайдет отхил. Если ему не заходит отхил, соответственно, вторым лемом я его просто добиваю. Снести с 3 картами, ну, 30-ку он мне не сможет. Хотя... Нет, один фаербол он отдал. Тут ему только подхил поможет. Видимо, какой-то флеймстрайк зашел. Мнозмей. Лишь бы отхила не было. И его нету, это ГГВП. Ну надо же. И что? Ну, в общем, как-то так.
Уверенно идем. Что-то я зря, наверное, гнал на шамана. Ну ладно. Едем дальше. Сыграем третью игру, посмотрим. Перегрузка, едем дальше. Надеюсь, это записывается. А то у меня уже пару раз такое было. Я записываю, то нету звука, то нету еще чего-то. Ну сейчас. Вроде бы проверил, все работает. Хорошо. Посмотрим, кто там третий. Сегодня дико лагает Хардстоун. Возможно, нет, нашлось все-таки. Я играл арену, меня выкидывало раза 4. Поэтому такое. Иногда бывает, что выкинет и вообще не вернуться. Но сегодня вот хотя бы возвращался обратно. Что было вообще странно. В итоге я все равно проиграл на этой арене. Неважно. Хорошо, лавовый шок, гроза, огненный. Огнестраж. Может быть оставить? Лавовый шок. Лавовый шок мне пока вообще не нужен. Огненный раз... Ладно. Скинем всю руку. Все-таки у нас есть много вторых дропов. Вот третий дроп, хорошо. Четвертый как-то слишком лайтово. Хотя против жреца... Ну, с другой стороны, жрецу тоже может отлично зайти. Там клирик, второй ход пропускается. Третий, что-нибудь такое... Что-нибудь такое, что я хотел сказать. Надо 3-4 сектант. И там уже проблемы. Или какой-нибудь рубака. Так, ну это он зря, конечно. Ну, с другой стороны, почему зря? Я бы сейчас хотел лема поставить. Ну, зато он продал мне просто пироманта. 4. Что там за 4 маны? Крошер. Угу. Крошер хреново, потому что я не могу поставить лемчика. Я вообще ничего не могу поставить. Хреново. Может быть СПД? Не. Окей, начинаются трабли. Грабли. Виллы грабли. Гномка? Что это за жрец с гномками? Ладно. Придется отдать... Я даже не знаю. Можно сыграть оружие сейчас, но опять же получить две перегрузки. На следующий ход у меня будет только 3 маны. А с другой стороны, оружие мне тоже ничего не дает. Сыграть лема тупо... Ой, ну давайте. Продадим просто лазурного. Скорее всего, он разменяется. 4-3. Ну, это как бы логично было бы. Потому что с 4 атаками он ничего не может сделать. А, он даже так. Ну, тут вообще не по шансам что-то. Что-то темп потерян. Ну, конечно, есть 2 грозы. И их, по сути, можно дать. Но, знаете, 4-6 карта. Я особо ему ничего не сделаю. Ладно, понадеемся на Сенджина, если он обоями побьется. Мне нужно крошера открыть, вот в чем вся проблема. Ну, наконец-то. Серьезно. Ну, 4-3. Император Таурисон. Пипец, как мы так по темпу, конечно, просасываем. Ну, что поделать? Ничего. Если я сейчас ставлю лема... Мне, по сути, нужно 2 грозы играть. Вот. Прям сейчас. Ну, или... Или одну грозу. 8. Мне не хватает маны. Было бы 8, я бы сыграл бы... А, подождите, у меня СПД есть. Но все равно 3-4, мне нечем Таурисана забрать. Вот в чем проблемы. Поставить лема я не могу. Ой, дракона. Я могу поставить этого лема и сыграть грозу, но мне не хватает еще одной манки, чтобы сыграть лавовый шок. Ну ладно, давайте так. Ха-ха-ха.
какой был еще вариант? Ну, оставлять Таврисана вообще не вариант. Тем более жрецу. Страшно. Страшно. Ну, посмотрим, есть ли у него что сейчас поставить. Ну, жричка за 5 маны. Великолепно. Служитель боли какой-то. Непонятная колода у него, если честно. Вообще не понимаю, что это. Хорошо, я могу сейчас... Опять же, покинуть Лазурного. Опять же, дать... грозу, в надежде, что сюда попадет на 4. А, хотя она будет 4-5. Есть все шансы. Можно сыграть камнедробитель и вообще зачистить почти все. Опять одной маны не хватает, чтобы поставить Лема, Молот Рока и камнедробитель. Что ж такое? Интересно. Времени мало. Стихии, направляйте меня. Прям до футика ходили. Но более-менее отконтрили стол. Жалко нету хикса, потому как сейчас может какая-нибудь Рагна вылезти. Ну что, конечно, маловероятно. Но все же. Чё-то Лем как-то как пятое колесо. Никак не пристроить его, вообще никак. И так пытаюсь, и так, и в тот ход вроде бы можно было бы, но опять не хватает. А и в тот, и в этот, и как-то все не очень. Еще, конечно, нет, ну сейчас, в принципе, все хорошо. Зависит, конечно, что он сейчас сыграет, потому что мне нечем будет отконтрить. Хотя, с другой стороны, у меня есть гроза, еще одна жричка. Да ты задолбал. Плюс у меня сейчас перегрузка. Еще один камнедробитель. Конечно, неплохо. Вот сейчас я могу сыграть. Но опять же, тратить грозу теперь уже не хочется. На 4-7 нужно как-то законтролить. Два раза в нее сечься. Ну, это... 8 урона, по сути. Ну, в принципе. Ну, вариант с грозой мне нравится. То есть, можно поставить Лема, сыграть грозу. Еще сыграть камнедробитель, еще прописать в лицо... Ладно, давайте так. Хрен с ним. Хотя... Может, лучше сделать так. Стихи, направляйте меня. Может, лучше сделать так. Грозу пока мисс не тратить, потому что... Ну, чё я тратить? Ну, ладно, получил я на 8 урона, зато поставлю сейчас какой-то добор будет у меня. Третьей жрички там точно не будет. Чем он 0-3 пока законтролит, я не знаю. Либо можно было, да, грозу скинуть. И 8 в яйцо получил. Но что поделать. Есть где-то исцелятор, да и у жреца. Хотя, если это какой-нибудь через Велина, то тут там может быть бёрст урон, и я прям отъеду быстренько. Низрегатель слизи. Ну вот сейчас, допустим, можно будет сыграть грозу. Еще и лавовый шок. Интересно. Так, допустим, ставим лазурного. Ладно, понадеемся на тотем. Есть, отлично. Отлично. Серьезно, на 4. Ладно, отдадим карту, не хочу больше я в лицо получать. Тут лучше так сделать. И еще раз в лицо прописать. Ну, типа этот тотем 1-1. Можно было, конечно, его посейвить, но... Зачем? Интересно, есть ли у этого жреца Алкинайка плюс круг исцеления? Я не думаю. Ну, сейчас увидим. Сейчас увидим.
Обычно, если этих пророков берут, то не берут. Проклятые готовы сражаться. Как ее? Алкинайко. Слово силы щит он играет на 3-4. Не знаю, на что он там... Что он там придумал. Но пока мне нравится. Пока здесь все неплохо. Нептулонус приходит. Нептулонус... Кстати, я могу сейчас 4 урона внести. Вот с этой фигни. Можно дико забафать 3-5. Ну, не особо дико, ну так, достойно. Ладно, откроем крошера, посмотрим, кто там. 4-5, useless, хорошо. 3 можно слема прописать. Или нет? Или просто дракон и удар с лица. Может, дракон, удар с лица? Может быть, дракон, удар с лица. И доктор Бум. Я не думаю, что у него есть, что с этим 4-8 делать. Поэтому такое. Пока у нас стол, конечно, выглядит очень крутым. Я не думаю, что там есть какие-то аргусы. Возможно, есть немота. Немота, кстати, да, может быть. Неплохо сыграно. Неплохо сыграно. Окей. Ну да, да. Серьезно. Да, это через комбу. Обидно. Ну ладно, ну кто об этом мог знать? Не, ну я предполагал, что может быть такое, но окей. Не надо было лицом торговать, я... Даже не если посчитать. Но нет, там две эти уже 12 наносят, плюс выстрел. У меня было 13 хп. 3. 15. Это бы ничего не изменило. Нет, как раз 3 урона я с этого получил, ну да. Ему бы все равно ровно хватало. Ладно. Ну, это тоже надо было собрать ему всю руку, так что... Такое, рискнули. Хорошо, на этом, в принципе, все. Вот колода. Ну, как вы видели, ну, когда-то играет, когда-то не вот... Жрец выиграл чисто на лаке. Вот, вообще на лаке. Я мог там и 3 победы сделать. Ладно, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если вам нравится эта колода, то пишите комментарии. Если не нравится, тоже пишите комментарии. В общем, буду ждать и ждите вы новых видео. Все будет. И пока-пока.